Так, еще раз доброе утро. Давайте настроимся на практику, как обычно. Выровняйте свою позицию, наполните ее дыханием, хорошим, глубоким, осознанным. Делаем глубокий вдох, полный выдох и со вдохом. Хорошо. Ладони можно опустить, спина прямая. Давайте продолжим исследовать то, как ведет наше сознание, психика на разных стадиях медитации и как разные стадии могут на нас воздействовать, что мы можем узнать, обрести или потерять на каждой стадии. Как, например, кокон своего эго, своих конфликтов и прочего. Все это можно легко потерять и не возвращаться даже, может быть, к этому. Стадия, которая сегодня разбирается, называется молитвенная безмятежность. Ну, в принципе, уже при слове молитвенная безмятежность мы примерно представляем это состояние. Я думаю, многие из нас принадлежат какой-либо религии и знают, что такое молитва, и знают, в каком состоянии люди иногда молятся. Это все равно, что медитация. Молитва и медитация по состояниям идентичны. И, в принципе, одно проистекает из другого, а другое проистекает из первого. И молитва может рождаться из медитативного состояния, точно так же, как и обращаясь к молитве, мы можем вызвать внутри себя медитативное состояние. Но мы не будем молиться. Молитвенная безмятежность – это просто состояние такого тантрического взаимодействия между нашим конечным и бесконечным. И вот когда происходит это взаимодействие, мы находимся в этом состоянии, и мы принимаем. Если на предыдущих стадиях мы учились избавляться от своих внутренних конфликтов, своих ограничений и так далее, мы формировали структуру, мы формировали базу. Мы называли это путешествие кристаллизация нашего «я». На следующем путешествии мы проходили через различные стадии, которые учили нас формировать намерение, формировать, использовать свою свободную волю, создавать проекцию. И мы подошли к стадии, когда мы приходим к следующему этапу. Мы кристаллизовали себя, мы узнали свои границы, мы научились взаимодействовать со своими границами и с теми конфликтами, которые внутри нас происходят на разных стадиях медитации. Потом мы учились, несмотря на все вот это, всю эту кутерьму, проецировать себя, пробивать, так сказать, лучик света своего намерения, желания через пространство к чему-то большему, чем мы сами, за пределы вот этих наших состояний. И на этом этапе, на третьем путешествии, мы сейчас условно приступаем к третьему путешествию, состоящему из нескольких стадий, мы учимся принятию, мы учимся позволению, и мы учимся тому, как приглашать бесконечность, совершить работу внутри нас,
конечных, ограниченных. Как находиться в состоянии, когда мы просто позволяем бесконечности делать свою работу. Мы формировали структуру, мы направляли намерение, и следующий этап – это обратный процесс. Нам уже не нужно направлять. Мы, помните, на прошлом занятии на стадии предыдущей говорили о том, что на высших стадиях мы уже не занимаемся проецированием. Мы занимаемся этим до. На высших стадиях медитации мы просто пребываем. Нет никаких задач, нет никаких целей. Мы позволяем бесконечности работать за нас. Мы доверяем руке Бога вести нас. Она нас сюда привела, она дала нам жизнь, она дала нам родителей, она дала нам окружение, какие-то задачи для нашей жизни. И эта же рука будет о нас заботиться. И эта же рука нас заберет. И наши жалкие эгоистичные попытки трепыхаться и взять контроль в свои руки верны только до минимальной степени. Как говорил Йоги Баджан, мы можем контролировать свою жизнь, дай бог, на 1/3. И это в хорошем случае. Это в хорошем случае. Дай бог на 1/3. Все остальное просто происходит, просто случается, независимо от нас, независимо от наших действий. Мы называем это волей, высшей волей. И наша маленькая человеческая эгоистическая воля учится смиряться с тем, что что-то происходит просто так. Ну вот просто произошло и все. Мы же не выходим каждый день конфликтовать, например, из-за того, что солнце встает. Это было бы глупо, правда? Вышел с утра на улицу, накричался на солнце, ты какого хрена вылезла, давай уходи обратно и пошел обратно домой. Так это не работает, оно все равно выйдет. Независимо от того, хочешь ты, не хочешь ты, хочешь ты на него смотреть и наслаждаться, или ты хочешь спрятаться дома в теньке и так далее, оно все равно выйдет. То же самое с этими глобальными процессами, то, что мы называем космосом, бесконечностью, творением, Богом и так далее. Что-то просто происходит независимо от нашего участия. И независимо от того, хотим ли мы в этом участвовать, нас все равно иногда жизнь вовлекает в какие-то истории. Независимо от того, хочет наше эго или нет. И вот стадия молитвенной безмятежности говорит о состоянии, когда мы учимся позволять, расслабляться и принимать те дары, которые приходят от жизни, которые приходят от бесконечности. Можно сравнить это с жизненными циклами. Как-то у нас был класс, где мы разбирали разные жизненные циклы. 7-летний, 11-летний, 18-летний. Но суть всех этих циклов сходилась к очень простой вещи. На первых этапах жизни, а в данном случае я провожу аналогию с первыми этапами и с первыми стадиями медитации, на первых этапах жизни и, соответственно, на первых этапах медитации мы познаем себя. Маленький ребенок ищет свою идентичность. Пока он взрослеет, он сталкивается с границами, он сталкивается с социумом, можно, нельзя, да, нет, хорошо, нехорошо, добро, зло и так далее. Он формирует свои границы, структуру. То же самое происходит на первых стадиях медитации. Мы познаем себя внутри структуры. Мы ищем, сталкиваемся со своими ограничениями. Здесь устало, там устало, тут отвлекает, здесь отвлекает. Мы познаем себя внутри медитативного процесса и свои базовые импульсивные темпераментные реакции, пытаясь потом в итоге поднять их до возвышенных. От импульсивности перейти к интуитивности. И в жизненных циклах так. Ребенок сначала формируется, кристаллизуется, первое путешествие. И он делает это за счет собственной энергии, за счет природной энергии, которая ему дана была просто по праву рождения. То же самое происходит с нами на первых стадиях медитации. Мы проходим через них просто на таком, на нашем стимуле, на нашей мотивации, на наших первых попытках, на нашей заинтересованности, любознательности. Первые такие вовлеченные моменты, когда мы только-только втягиваемся в процесс, и вроде, о, интересно, о, забавно, можно так, а можно так, а сегодня вот так. И вот на первых порах нам этого хватает. Мы погружаемся в процесс вот только так. На следующих жизненных циклах, когда мы переходим от детства к юношеству, например, да, мы начинаем полагаться уже на наработанные навыки, на свою собственную энергию, на свои собственные стратегии. То же самое происходит на следующих этапах медитативного нашего путешествия. Мы уже разобрались, мы уже примерно представляем, что как
происходит во время медитации. Мы попробовали разные направления, разные состояния и так далее. И потом мы начинаем полагаться уже на эти навыки. Мы на них опираемся. Нам уже нет задачи их формировать. Они уже заложены, мы уже в них были, уже определенная привычка сформирована, и она нас поддерживает, помогает нам двигаться дальше. То же самое в жизненных циклах. Юноша, молодые люди, женщины, девушки, они опираются уже на наработанные навыки для того, чтобы двигаться дальше. Формируют свою дисциплину, формируют свои стратегии, опираясь на свою собственную энергию. Уже не на ту, которая от природы была дана, а уже та, которая тобой сформирована. Ту, которую ты получаешь, извлекаешь из каких-то процессов. Из йоги, из медитации, из отношений, из питания, из воздуха, в конце концов. Как угодно. Но переходя на следующий этап жизненного цикла, когда мы, например, взрослеем, становимся даже старыми, период, который называют периодом мудрости. Ну, не всякий старый человек мудрый, мы знаем. Но, тем не менее, считается, что во взрослом периоде мы уже накопили определенный достаточный опыт, который готов трансформироваться и превратиться просто из опыта в мудрость. В мудрость, которая может передавать опыт дальше. И на этой стадии мы уже полагаемся не на запас жизненных сил, данных от природы, потому что он закончился еще в 20-х годах. Я имею в виду 20-х годах своей жизни. А к 30-м годам закончился и другой запас, который мы сами себе формировали. И потом нам пришлось использовать какие-то техники, чтобы восстанавливать свои силы. А многие люди начинают подсаживаться на всякие стимуляторы, наркотики, алкоголь, крепкий чай, кофе, сигареты и так далее, и так далее. Но выходя на последний этап путешествия своей жизни, мы обращаемся к источникам энергии, которые лежат за пределами нашего физического тела и понимания себя. Наше духовное соединяется с сияющим телом. Это то, что мы разбирали на прошлой стадии, сияние повсюду. Мы начинаем черпать энергию из своего сияющего тела. И то же самое происходит на высших стадиях медитации. Мы уже не опираемся на свои внутренние конфликты, мы не опираемся и не создаем проекцию из своих конфликтов, страхов и ограничений. Мы идем выше, мы идем к своей мудрости, мы соединяемся со своим сияющим телом, и сияющее тело начинает уже привлекать в нашу жизнь необходимые нам вещи. Йоги Баджа на этой стадии рисовал человечка, у которого вот эти вот потоки праны, которые мы называем Ида, Пингала, объединяются, и это первый путь, по которому мы можем достигнуть высшего состояния сознания, объединить свои праны. Ну, мы там попеременное дыхание делаем, что-то с телом, какие-то работы, какие-то упражнения делаем. Мы выстраиваем энергетический поток воздействия на нервные окончания и на железы. Это первый путь. Это первый путь, чтобы обрести высшее сознание, пройти к нему. Второй путь – это звук. Это исследование внутреннего звука. Можно начинать со звука, о котором мы говорили в прошлый раз, анахат, внутренний тонкий звук, сущностная суть самого звука, беззвучный звук, безударный звук мы его называли. Потом мы можем добавлять звучание мантры. Мы используем свое тело как губхо, как пазухи, как резонатор, которые могут создавать звук, вибрацию. И мы используем звук, чтобы изменить свою вибрационную составляющую. В первом случае мы воздействуем на нервную систему и эндокринную систему. Во втором случае мы идем через звук. И кундалини-йога объединяет эти два пути в один целостный путь. И Йоги Баджа нарисовал человечка, у которого либо праны объединены, либо звук поддерживает вот этот процесс восхождения нашего сознания. В кундалини-йоге, повторюсь, мы используем оба подхода. И вот стадия молитвенная безмятежность говорит нам как раз о том, что происходит изменение в том, откуда мы берем энергию, так же, как и в жизненных циклах. Сначала нам она дается, потом мы ее формируем дисциплиной, и потом мы переключаемся на более тонкие аспекты принятия энергии. Это наше сияющее тело. Мы получаем в состоянии молитвенной безмятежности то, что как бы условно потоком течет от нашего высшего «я».
мы переходим от кристаллизации, от структуры, переходим к проекции и к свободной воле, и отсюда переходим к стадии молитвенной безмятежности. Мы приглашаем бесконечность в нашу жизнь. По сути, вся жизнь человека сводится к одному такому интересному факту. Мы, как бесконечная душа, пришли в ограниченные конечные состояния, чтобы испытать свою тотальность и вернуться в бесконечность. Чтобы через ограничения, в которые мы попали как бесконечный источник энергии, мы попали в ограниченный мир, в ограниченное пространство. Мы живем в ограниченной комнате, в ограниченной стране, в ограниченных мыслительных процессах, в ограниченных представлениях. И мы пришли сюда в ограниченные состояния, чтобы испытать свою тотальность, тотальность своего духа, вспомнить, несмотря на эту клетку, в которой мы живем, в этих тисках, как минимум, нашего тела и ума, вспомнить, что мы все равно находимся за пределами, и что мы не верхушка, мы источник, откуда все происходит. Мы не конечная проекция нас. Мы всего лишь частичка, фрагмент всех остальных иллюзорных ограничений, которые существуют в космосе. Это как видели эксперимент там, с мухами, с мошками, когда мошек накрыли банкой, и они летали по краям банки. И в какой-то момент они так привыкли летать по краям банки, что когда подняли банку, они продолжили летать по иллюзорным краям. И стенок уже не существует, но мухи продолжают летать, и истинно верят, что они существуют. И человеческое существо продолжает летать в своей жизни, истинно веря в те границы, которые существуют, и истинно отрицая тотальность своей истинной природы, истинного «я», свою безграничность, безграничность духа. Мы истинно верим, что это «я», мы истинно верим, что это «я», мы истинно верим, что это мое, это не мое. Мы истинно верим, что вот эти границы настоящие. Но в какой-то момент сознание пробуждается, и мы это знаем из истории, из опыта мудрецов, святых, просветленных людей, которые говорят нам о том, что в какой-то момент ты понимаешь, что границ никогда не было, ограничений никогда не было, стенок никогда не было. Поэтому они назвали мир, в котором мы пребываем, майя, иллюзия. И состояние вот этой пелены назвали авидья, то есть закрытое видение. Мы приходим, как безграничная душа, в состояние видья, но попадая сюда, мы попадаем в состояние авидья. Наше видение закрывается, чтобы мы, проходя через иллюзорные испытания, иллюзорные тяготы, иллюзорные проблемы, иллюзорные страхи, иллюзорные отношения, смогли вернуться к истинной реальности своего духа. И состояние молитвенной безмятежности говорит нам о том, что мы можем принять свою позицию в этом мире, принять свое отношение к этой реальности и позволить этому отношению расшириться. Когда наш ум расширяется, он становится таким своеобразным каналом для новых возможностей. И наша задача как йогов способствовать этому процессу, способствовать расширению нашего ума, чтобы те границы, в которых мы находимся, внезапно оказались иллюзией, и мы смогли их отбросить. Вот. Так, сколько у нас там времени? Я вам еще прям 5 минут почитаю Йоги Баджана, а потом будем практиковать. Вот что говорит Йоги Баджан. Однажды вас призовут к тому, чтобы вы стали действительно собой. В этом смысл жизни. Жизнь – это практический источник испытания тотальности человека. Жизнь дается вам со всем, со всем богатством. Бедность создается не жизнью, бедность создается вами. Боль создается вами, так как вы тратите время на вещи, которые не являются истинными, не являются вашими. Вы не истинны по отношению к другим и не истинны по отношению к себе. Творческий ум, который вам был дан Богом, это очень сильный ум. Вы его не используете.
Политика жизни, самая основная, заключается в том, чтобы жить и позволять жить другим. И это очень важный момент, о котором я сейчас упомяну. На стадии молитвенной безмятежности мы действительно познаем, что у нас есть право, как человеческих существ, у нас есть право получить опыт своего истинного «я». И, внимание, у нас нет права вмешиваться и доминировать над жизнью другого человека. Повторю еще раз. У нас есть право по праву рождения получить опыт своего «я». Но у нас нет права вмешиваться в жизнь другого человека. Внимание, даже если он просит. Даже если просит. Надо хорошенько подумать, а надо ли. Если мы вовлечемся, это рождает новые кармы. Никто вас не упрекнет за то, если вы не вовлечетесь. Это не значит, что мы перестаем быть сострадательными, что мы перестаем служить и перестаем любить других. Неправда. Это не об этом. Это про то, что мы не распыляемся. Окей? Некоторые люди чувствительны к одним вещам, некоторые к другим. Зачем спускать свою лодку в воду и ударяться о скалы, когда можно безопасно пройти по очень небольшому, прекрасно выложенному пути? Некоторые люди думают, что им нравятся конфликты. Что затраты времени, скажу я вам. У вас нет данного Богом права вмешиваться в чью-либо жизнь. Возможно, взаимное принятие друг друга. Сама ваша жизнь – это подарок от Бога. Но взяли ли вы этот подарок и отдали ли его кому-нибудь? Можете ли вы подарить себя кому-то, как подарок? Вы дарите людям машины, и это нормально. Вы дарите людям особенные вещи, и это нормально. Но можете ли вы подарить кому-то свое тотальное безграничное «я»? А ведь Бог подарил вам это «я». Можете ли вы предложить свое «я» обратно Богу? Вот что происходит в медитации. Мы не стремимся что-то просить у своего сознания, мы не стремимся делать медитацию, чтобы достичь чего-то, чтобы получить что-то. Это кажется очень эгоистичным. Мы делаем медитацию чисто, чтобы в этом быть. Не чтобы там третий глаз открыть или так далее, и так далее. Или чтобы нам на счет несколько миллионов рублей упало внезапно, настолько намагнитится. Я шучу, конечно же. Мы это делаем просто, чтобы предложить себя, свои ограничения, свои конфликты чему-то большему за пределами нас. И тогда это исчезает. Но мы держимся за свои неврозы, за свои конфликты и даже во время медитации не отдаем. Бог подарил вам ваше «я». Можете ли вы предложить это «я» обратно Богу? В этом смысл жизни. Если вы не любите свои неврозы, снимите эти оболочки и выпустите себя на волю. Вам встречались люди, которые просто навешивают на вас травмы? Видели таких? Это дети, которые не нашли в своем сердце любовь отца. А встречали тех, которые притворяются очень хорошими? Но когда вы действительно полагаетесь на их добродетель, они выбивают почву из ваших ног. Вы, должно быть, встречали всех таких людей, и все они дети, не ощутившие материнской любви. Вам встречались люди, которые внезапно кардинально меняют свое поведение. Такие люди в своем детстве не выяснили, кем они являются, так и не поняли, они не смогли обрести свою личность. Подобные вещи происходят из-за вашего детства, но давно пора понять, что вы не дети. Отчего вам нравится быть взрослыми детьми? Жизнь происходит сейчас, и настоящий момент лишь приветствует завтрашний день. Но не беспокойтесь о завтрашнем дне. Вы разрушаете свой завтрашний день, беспокоясь о нем. Поприветствуйте завтрашний день сегодня, наслаждаясь сегодняшним. И поблагодарите Бога за день сегодняшний, который станет вчерашним. Применяйте подобные отношения, где бы вы ни были, и вы будете счастливы. Когда вы станете счастливыми, вы засияете и разбогатеете. Когда вы станете богатыми, вы станете дающими. А когда вы начнете давать, то вы станете подобны Богу, потому что Бог дает.
Помните, что богатство – это не только деньги. Богатство также означает способность как минимум подарить улыбку тому, кто в этом нуждается. Настолько ли вы щедры, чтобы подарить кому-то хотя бы улыбку? Богатство – это иметь по жизни чувство юмора. Богатство – это также быть творческим. Когда вы работаете с Богом, с бесконечностью, с душой, тогда у вас все встает на свои места. В противном случае вы будете терпеть поражение во всем. Вы понимаете, что я имею в виду? Ответ простой. Все были созданы Богом, и Бог знает, как позаботиться о своем творении. Самая сильная вещь – это молитва. Нет ничего, чтобы мы могли сделать самостоятельно. Все, что мы можем делать, это молиться своим молитвенным, медитативным умом, и после этого все случается. Все случается. Но мы молимся не о том, чтобы что-то получить. Мы молимся о том, чтобы быть. Идея религии состоит в том, чтобы быть молитвенными. Мы знаем, что сила в слове, а не в нас. Настоящая сила заключается не в атомной бомбе. Сила в слове, сила в молитве. Все, что нам нужно сделать, это создать нейтральный медитативный молитвенный ум. Вот это и есть религия. Религия – это не молитва вашего тела, это молитва вашего ума. Молитвенное и спокойное состояние ума. Попробуйте разделить эти две части себя. Душа – это реальность, часть Бога. И вам не нужно об этом беспокоиться. Она есть, она уже ваша. Ваше тело дано вам как подарок. Сила, которая работает внутри вашего тела – это ваш ум. И ум должен научиться молитвенному отношению к жизни. Не вы, а ваш ум должен научиться такому отношению. Это не значит, что вы тренируете свой ум говорить: «О, спасибо, Боже, мне очень жаль, пожалуйста, помоги мне, во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь», и так далее, и так далее. Это все бред. Вы что думаете, что Бог сумасшедший, чтобы слушать ваш бред? Забудьте об этом. Это не то, что Бог хочет услышать, и у него нет на это времени. Ваш ум должен настроиться на бесконечный ум. Вот что такое молитва. Вот что такое изначальный звук в лае, на ад, в лае-йоге. Меня просили объяснить время и пространство. И у меня есть пример. Предположим, что прямо сейчас у вас есть 1 час. Я устал, я сломлен, мне нужна помощь. Или в это время я голоден, но мне нужна еда. Или я должен завершить задачу, мне нужна помощь. Это время и есть время. Это время и есть время для действия. И если вы хотите помочь, вы поможете. Если вы можете вложить свой дух, ум, тело, все в это время, ради этого времени, ради этого 1 часа, тогда я смогу пройти это препятствие. Я буду благодарен, я буду преисполнен молитв, я буду прекрасен. Но если вы хотите вместо этого провести этот час в заботах о своих неврозах, страхах, мыслях, трудностях, предпочтениях, тогда этот час пройдет и никогда больше не вернется. И этот час будет потерян. И этот час, когда вы могли кому-то помочь, но не помогли. Часы никогда больше не пробьют этот час. Я буду здесь, вы будете здесь, но этот час будет упущен. Жизнь, время и пространство подобны этому часу. Это настоящий момент, это настоящее время, это настоящее пространство и шанс ко всему, чему только можно, присутствует именно здесь, сейчас, здесь, здесь, прямо сейчас. Давайте использовать этот шанс. Ни завтра, ни через месяц, ни через год. У нас их нет, их не существует. Все, что есть, есть вот сейчас и происходит сейчас. И мы начнем нашу практику. Первое упражнение – это прогибы позвоночника. Хорошее, часто встречающееся в кундалини-йоге упражнение, полезное для первой, второй чакры нижних центров. Вдох вперед, выдох назад. Обратите внимание на мою голову. Я головой не качаю. В некоторых версиях голова двигается вот так. В этой версии голова не двигается, двигается позвоночник. Дыхание через нос. Глаза закрыты, фокус точки между бровей. Начните.
Двигайтесь ритмично, пробуждайте свое тело. С каждым вдохом приглашайте свое сознание наполнить тело. С каждым вдохом открывайтесь потоку энергии своего высшего я. Держите ладони на коленях. Это важно, потому что бывают другие версии. Каждый раз, когда мы держимся руками в разных точках, разные отделы позвоночника включаются. Сделайте глубокий вдох, задержка. Выдох. Перехватите руками голени и еще несколько секунд продолжаем прогибы, держась за переднюю голень. Делаем глубокий вдох, задержка. Выдох. Пересаживаемся на колени и пятки. И продолжаем делать прогибы позвоночника ладони на пятках. Вдох вперед, выдох назад. Мы используем оба пути. Первый путь – воздействие на нервную систему, эндокринную систему. Второй путь – работа со звуком. Для этого у нас есть мантры, шабды, первичные звуки. Делаем глубокий вдох, задержка. Выдох. Спокойно дышим, остаемся сидеть на коленях и пятках. Руки в гьян-мудру. Помещаем руки вот таким вот образом. Плечи параллельно полу, предплечья перпендикулярно. И скручиваем позвоночник влево-вправо. Влево-вправо, влево-вправо. Настолько глубоко, насколько комфортно. Если не комфортно глубоко, то глубоко и не надо. Настолько, насколько комфортно. Влево вдох, вправо выдох. Раскрывает сердечный центр. Раскрывает легкие. Укрепляет диафрагму.
Глаза закрыты, фокус точки между бровей. Концентрируйтесь. Физически мы собираем энергию в нижних узлах, раскручиваем ее до сердечного и поднимаем за счет концентрации до высших центров. Потихонечку останавливаемся, делаем глубокий вдох, задержка. Примените замки корневой, горловой, глазной. И выдох, расслабьтесь, опустите руки и аккуратно освободите ноги, сядьте в простую позу. Глазной замок – это дришти концентрации, не путайтесь, если вдруг услышали новое какое-то понятие. Глазной замок – это концентрация, то, что мы называем дришти. И снова скручиваемся. Кулаки сжали, локти приподняли. И держите кулаки все время немножко напряженными, как будто мы что-то держим в кулаках, или как будто за поручни схватились, и это наша точка фиксации. Это очень важно. Держите легкое напряжение. И скручиваемся влево-вправо. Влево вдох, вправо выдох. Всем корпусом, в том числе и головой. Глаза закрыты, фокус точки между бровей. Начните дышать уже сильнее, мощнее, уже немножко тело разогрелось, раскрылось. Можно добавить сильного дыхания. Потихонечку останавливаемся в центральной позиции. Глубокий вдох, задержка. Примените замки и добавьте сжатие кулаков. И выдох, расслабьте руки, спокойно дышим. Если интересно, что мы делаем, это называется крия для утренней садханы Гуру Ратаны. Гуру Ратана – это одна из первых учеников Йоги Баджана, которая разработала несложный, простой разминочный комплекс, чтобы утром простимулировать основные железы и нервную систему. Сидя в простой позе, начните на вдохе поднимать плечи вверх, на выдохе сбрасывать. Мысленно поднимайте энергию от сердца к горлу, высвобождая напряжение в плечах. Это стимулирует сердце. Это стимулирует вилочковую железу, стимулирует щитовидную, паращитовидные железы, улучшает циркуляцию лимфы в верхней части тела, улучшает циркуляцию крови, обогащает свежей кровью наши околощитовидные и паращитовидные железы, мозг. Продолжайте. Это стимулирует наш горловой центр, Вишудху, центр творческой энергии, самораскрытия, самореализации, самовыражения. У нас была такая стадия медитации «выражайте себя». И это очень важно, иметь активный, открытый горловой центр.
чтобы выражать себя. Давайте еще немножко. У некоторых упражнений в этом комплексе нет временной продолжительности. Гуру Ратана оставила время, чтобы каждый ориентировался на ощущение, а не на время. И тянемся плечи вверх, вдох. И выдох. Спокойно дышим. Я, в принципе, всегда рекомендую, когда только начинаете практиковать, особенно первые разы начинаете личные практики какие-то использовать, никогда не смотрите на время. То время, которое указано в комплексе, это идеальное время, к которому надо прийти, например, к концу 40-дневки, или 90 дней, или 120 дней практики, или даже полугода практики. Это идеальное время к концу. Мы должны освоить его поэтапно. Мы его делаем на групповых классах, потому что групповые процессы, они отличаются от индивидуальных. Но в индивидуальном процессе мы над собой такое насилие никогда не совершаем. Мы всегда делаем по ощущениям. Поэтому я рекомендую никогда не включать таймер, а делать по ощущениям. Как только тело говорит «ок», «ок». Как только тело говорит «стоп», сразу «стоп». На групповых классах мы так не делаем. На групповых классах мы стараемся втянуть себя в такой катарсичный процесс проживания того, что мы не смогли бы прожить в индивидуальной практике. Мы используем энергию группы, чтобы продвинуться там, где мы обычно не продвигаемся, даже в личной практике. В личной практике нам будет сложно, например, что-то сделать 11 минут. На группе мы сможем это сделать. Другие процессы немножко идут. Окей, растяжение шеи, перекаты. В любую сторону спонтанно можно начать растягивать шею через перекаты. Можно в одну сторону повращать, в другую сторону повращать. Можно чередовать, а можно только в одну сторону вращать, и все. Как чувствуете? Подвигайте шеи, шейными позвонками. Потяните, подышите. Вытягивайте шею, чувствуйте, как голова плавно движется, располагаясь на вершине позвоночника, на вершине шейных позвонков. Как будто позвоночник – это стебель, а голова – это цветок. Он такой подвижный цветок. И потихонечку останавливаемся, расслабляем голову, шею, спокойно дышим. Сейчас я попрошу вас закрыть глаза и делать движение глазами, так как я говорю, не открывая глаз. Прямо сейчас закройте глаза и слушайте. Представьте, что с закрытыми глазами вы смотрите вверх. Потом посмотрите вниз. Посмотрите вправо. Посмотрите влево. Представьте, что внутреннее пространство закрытых глаз – это как циферблат. И если бы там был циферблат, представьте, что вы смотрите на 10 часов утра или вечера. В ту сторону, где 10 часов. Затем посмотрите, переведите взгляд на 4 часа. Потом на 11 часов. На 5. На час, на 7 часов, на 2 часа, на 8 часов. Начните выполнять круговые движения глазами против часовой стрелки. Как будто взгляд бежит за бегущей стрелкой часов, но против часовой стрелки. Против движения. Начните вращать по часовой стрелке. Рисуйте взглядом круг
по часовой стрелке. Сейчас начните рисовать взглядом вертикальную восьмерку, как символ бесконечности. Вертикальная восьмерка. Сверху вниз, снизу вверх. Начните взглядом рисовать горизонтальную восьмерку, символ бесконечности. Представьте, что вы рисуете такую восьмерку между 10 часами и 4 часами. Между 10 и 4 на циферблате. Где десятка вершина, а четверка основания. Представьте, что рисуете такую восьмерку между 11 и 5. Потом вспомните, где на циферблате находится единичка и семерка, и между ними рисуйте восьмерку. Единичка и семерка. И затем чуть-чуть сместитесь до двойки и восьмерки. Хорошо, расслабьте глаза, успокойте глаза. И повторите перекаты головой, вращение головой, и отметьте разницу в ощущениях. И когда вращаете головой, свободно двигайте глазами. Ощутите, как от свободного движения глаз даже движение тела становится свободнее. Хорошо. Потихонечку останавливаемся, глаза открываем. Приступаем ко второй части утренней садханы Гуру Ратаны. Первое упражнение во второй части – это прогибы позвоночника по типу кошки-коровы. Мы встаем на четвереньки и прогибаем позвоночник. В одной позиции вдох, в другой выдох. Почувствуйте, как комфортно. В одной позиции вдох, в другой выдох. Растягивая позвоночник по всей длине. От копчика до шейных позвонков. Глаза закрыты. Фокус точки между бровей. И пока держите фокус точки между бровей, по-новому осознайте, почему мы это делаем. Почему глазной замок называется замком? Потому что замок создает определенную фиксацию, собранность. Если бы мы раскрепостили свою концентрацию, то и движения бы тоже стали более хаотичными, неструктурированными, менее последовательными. А когда мы держим концентрацию, усилие, которое заложено в концентрацию, угнетает в хорошем смысле гипофиз и заставляет железы циркулировать. Хорошая усиленная концентрация утомляет гипофиз, перегружает его, заставляет циркулировать усиленно. Хорошо, потихонечку останавливаемся, делаем глубокий вдох, задержку. С выдохом садимся на колени и пятки, несколько секунд отдыхаем. Вы отдыхаете, я показываю следующее упражнение. Пока не надо делать, отдыхайте, не торопитесь.
Это кошка-корова снова, но еще с растяжением ног. Вот таким вот образом. Подтягивая к себе колено, округляя спину и прогибаясь. Начните с левой ноги. Встаньте на четвереньки и начните притягивать левое колено к голове и оттягивать назад и вверх, прогибаясь. Дыхание в одной позиции вдох, в другой выдох. Почувствуйте, как вам комфортнее, в какой позиции сделать вдох, а в какой выдох. И делаем. Время идет. Еще несколько секунд. 10. Потихонечку замедляемся, опускаем колено на пол, прогибаем живот к полу, подбородок вверх, глубокий вдох, задержка. Выдох. И начните с правой ноги. Энергичные движения, энергичное дыхание. Еще 10. Потихонечку замедляемся. Аккуратно останавливаемся, тянемся животом к полу, делаем глубокий вдох, задержка. И выдох, аккуратно садимся на колени и пятки. Спокойно дышим. Мы еще используем физические упражнения, чтобы дать вот этим нашим импульсам, внутреннему движению, конфликтам выразиться, разрядиться, чтобы уже во время практики медитации нас по минимальному что-то отвлекало от процесса, чтобы могли погрузиться в практику глубже. Йога всегда была просто подготовительной техникой к высшей стадии йоги. То есть к медитации. Йога – это в первую очередь медитация. А физические упражнения – это просто прелюдия. Поза верблюда с дыханием огня – 1 минуту. Всего 1 минуту. Нужно подняться на коленках, вытолкнуть таз вперед и опереться руками на пятки. Вот так. И ритмично дышать. Начните. Время пошло. Если сложно такой большой прогиб уйти назад, можете остаться стоять на коленях и просто вытолкнуть таз вперед, уперевшись кулаками в ягодицы. Но и в той и другой позиции держите сердце открытым, тяните плечи назад.
Голову можно откинуть назад, если хочется. Можно держать притянутой. Еще несколько секунд. Десять. Глубокий вдох, задержка. И потихоньку, аккуратно выходим из позиции, опускаясь обратно на колени и пятки. У нас осталось еще два упражнения. Потом помедитируем. Хорошо. Следующее упражнение – это садхкрия. Мы соединяем ладони. Я предлагаю сделать полную версию, когда все пальцы друг с другом соприкасаются, ну, как молитвенная мудра. Это полная версия. Самое мощное с точки зрения энергетических процессов. Постарайтесь запястья не разрывать, держать ладони полностью прижатыми друг к другу. Мы тянемся ладошками вверх и начинаем произносить мантру «Сат нам», «Я есть истина». На «Сат» втягивая диафрагму и живот, на «Нам» расслабляя. «Сат» втягивая, «Нам» расслабляя. Погнали. «Сат». Нам, сат, 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 нам, сат. Поднимайте энергию. Сат нам, сат нам, сат мысленно, сат нам, 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 сат нам. Сат нам, 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 сад, 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 нам. Сад нам, 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 сад нам. Сад нам, 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 сад, нам, сад, нам, сад, нам, сад,
нам, сат, нам, сат, нам. И делаем глубокий вдох, задержку на вдох. Тянемся позвоночником, корневой замок, горловой замок. Продолжая тянуться, выдох. Тянемся, 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 задержка на выдох. Глубокий вдох, задержка. Корневой замок, горловой. И через стороны руки опускаем, выдох. Как будто гладим свою ауру. Если вам не слишком некомфортно продолжать оставаться на коленях в пятках, то расслабьтесь, оставаясь на коленях в пятках в позе ребенка. Вот в такой вот позиции. Его еще называют зернышко. Поза для заземления. После мощных каких-нибудь энергетических процессов очень полезно полежать в таком зернышке. Как будто эмбриончик свернулся в животе у матери и кайфует. Расслабьтесь. Представьте, что вдыхаете в районе почек. Представьте, что дышите в районе почек. Таким образом, энергизируя, направляя энергию в область почек, надпочечников, с обеих сторон от позвоночника. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и выдох. И потихоньку, без резких движений, садимся. Если ноги устали, на несколько секунд вытяните их, встряхните, пока слушаем инструкцию для дальнейших действий. Мы вернемся на той стадии, что сейчас будет, немножко назад, к тем процессам, когда мы учились проецировать. Это было прям недавно, незадолго до высших уже стадий, где мы просто позволяем всему быть. И это два равнозначных процесса. Мы направляем, а потом мы принимаем. Что-то приходит, что-то уходит. Ключевая особенность стадии молитвенной безмятежности – это что, находясь в процессе медитации, мы с легкостью осознаем, что мы отпускаем то, что можно отпустить, и мы с легкостью осознаем, что мы позволяем чему-то новому к нам приходить. Эта стадия учит нас такому качеству. В кундалини-йоге популярна фраза «все приходит от Бога и все уходит к Богу». Поэтому, по сути, мы ничего не теряем. Что-то нам даровано, что-то забирается.
и все остается в одном все равно пространстве, в пространстве Бога. Поэтому, по сути, нет никаких потерь, нет никаких достижений. Все наши достижения – это то, что нам дали. Все наши потери – это то, что забрали. Просто вот такой вот процесс. Сюда, туда, туда, сюда. Распределение энергии. Как говорится, круговорот денег в природе. И вот мы сделаем ту часть, где мы учимся сначала проецировать себя, а потом закончим частью, где позволяем этому к нам вернуться. Мы проецируем свое божественное состояние, свои божественные качества, используя для этого мантру «Са-та-на-ма-панч-шабат». Еще ее переводят как «Я есть истина», так же, как и мантра «Сатнам». Ну, собственно, это и есть мантра «Сатнам», «Я есть истина», просто с добавлением открывающей гласной «А», «Са-та-на-ма», «Сатнам». Медитация называется «Дрип Дришти Лачина Карма Крия». Да, не соврал. Пока в этих названиях разберешься. Нужно будет сидеть в простой позе, руки в гьян-мудре, поместить их вот так или вот так, как вам больше нравится гьян-мудре. Мы будем мысленно проецировать мантру «Са-та-на-ма» из точки между бровей. Мысленно. Будет звучать мантра, я включу мантру, вы будете ее слушать и в ритме подстраиваться под ритм для ментальной проекции. «Са-та-на-ма, са-та-на-ма». Как будто проецируете свое сознание из нашего конечного состояния в бесконечное состояние. Это такая своеобразная тантра между нашим конечным и бесконечным, между нашим эго и нашей душой, между человеком и Богом, между проявленным и непроявленным, неважно. И вот что говорит йоги Баджан по поводу этой медитации. Название этой медитации означает, ну вот «Дрип Дришти Лачина Карма Кри», означает действие, направленное на понимание будущего. Говорят, что честная практика этой медитации, постоянная практика, дает множество преимуществ. Ваши слова будут проникать глубоко. Это вырабатывает то, что называется вак-ситхи, сила слова. Мы используем возвышенные первичные звуки, тренируем свой горловой центр, выражать себя возвышенно. И эти слова будут проникать в сознание других гораздо быстрее. Это вак-ситхи. И это дает дришт-ситхи. Дришт-ситхи – это способность ваших глаз корректировать канал Вселенной. Вы можете направлять универсальную энергию через зрение. И это дает вам большую целительную силу. И силу целительную нашим глазам. Еще одна способность, которую вы можете развить в этой практике, это способность мысленно проецировать свою личность куда угодно. И в большинстве случаев это будет ощущаться даже физически. И люди тут же напишут вам: «Я чувствовал твое присутствие вчера в моей комнате, твоя вибрация следовала за мной». Это не редкость, так бывает. Но запомните, эти вещи на самом деле ничто. Не становитесь эгоцентричными, когда такое происходит. Это всего лишь верхушка медитации и ни в коем случае не цель практики. Да и к тому же, чтобы такое происходило, это делается не один раз, это делается сотни дней подряд, только через дисциплину. Поэтому, если вот эти эффекты вам вдруг приглянулись, пожалуйста, возьмите эту практику и делайте ее 1000 дней. 1000 дней. И тогда эти эффекты станут частью вашей жизни. Если у вас хватит выдержки взять этот дар, выдержав 1000 дней практики. 3 года. Вот. Но тем не менее, сатанама из точки межбровья в бесконечность, медитируем. Примите позу, настройте концентрацию, а когда услышите мантру, начните мысленно ее повторять. Мысленно. Thank you.
Сатанама, 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 Сатанама. Сатанама, Сатанама, Сатанама.
Satanama, Satanama, Satanama.
Глубокий вдох и полный выдох. Снова глубокий вдох, задержка. И мысленно проецируйте через точку третьего глаза, как будто там продолжает звучать мантра или эхо мантры. И выдох, спокойно дышим. Разомнитесь. Если хочется подвигаться, подвигайтесь. Если что-то затекло, потянитесь. Ноги, позвоночник, руки, шею. Подвигайтесь. Если хочется походить, походите прям минутку, чтобы продолжить потом медитацию. И пока отдыхаете, давайте я вам прочту комментарии к следующей медитации. Так. Следующая часть – это медитация, она называется Дикшапатра. Дикшапатра. Название этой медитации говорит о самоинициации. Попробуйте отбросить сопротивление и достигните навыков медитации в слиянии с бесконечным «Я». Дикша – это благословение или инициация. Но знаете, в некоторых традициях принято давать дикшу, там, например, духовное имя или личную мантру для практики. То есть некий процесс посвящения во что-то. А патра – это сосуд, который принимает что-то. А сосуд может быть полным и может быть пустым. И мы должны настолько быть пустыми, чтобы принимать. Мы уже необходимую проекцию направили к нашему бесконечному «Я». И теперь мы становимся патрой, пустым сосудом, который принимает благословение, принимает дары. Поэтому данная медитация – это что-то вроде ментального, эмоционального и духовного принятия благословений и инициации от высшего сознания. В традиционном понимании это означало всегда слияние ума ученика с гуру, ну, то есть с кем-то, кто выше. Но в кундалини-йоге мы не инициируем. Вместо этого мы учимся тому, как быть уверенными внутри своего «я», то есть проходить самоинициацию. Наш статус даруется нам нашим собственным достоинством и сознанием. В эту новую эпоху каждый из нас может подключиться к энергии бесконечного «Я» посредством своего конечного «Я» во время использования мантры, являющейся анахатом, то есть изначальный звук, наат, первичный звук, такой тонкий неслышимый звук, который настраивает нас. Мы должны быть готовы принимать, а не достигать. Мы должны быть готовы принимать, а не проецировать, достигать, бороться, направлять, добиваться и так далее. Просто сесть и получить, как если бы мы уже необходимый урожай
вызрел, и мы готовы собрать этот урожай. Мы должны ощущать комфорт от того, что неведомое внутри нас касается известного нам, наших конечных состояний. Практика данной медитации почти всегда вызывает сонливость. Ум думает, что он на каникулах или в офлайне и может заснуть. Обычные отвлечения и импульсы, которые держат нас в пробужденном состоянии и идентифицируют нас с жизнью, прекращаются. Мысль останавливается в корне. Мы даже не начинаем преследовать мысль. Вместо этого мы становимся сосудом. Мы восприимчивы к своему собственному бесконечному моменту. Одно из ограничений эго – это ощущение безотлагательности. Эго должно прорабатывать каждый импульс постоянно, нон-стопом. Оно должно развлекаться и вовлекаться. Но на этой стадии безотлагательным является бесконечное, а не наши конфликты внутри нашего тела и сознания. Это все приходящее. Безотлагательным, тем, что выходит на первый план, становится именно принятие бесконечного, а не вот эти вот вся суета, нервозность и прочее. Интуиция поддерживает взаимосвязь с нашим «я» и открывает двери спонтанному откровению души. Поэтому данная стадия называется молитвенная безмятежность. По одной простой причине – не требуется никаких действий, просто присутствие и принятие. Молитвенные отношения и проекции несут с собой прикосновение благости. Это одолеет негативность и сделает вас своим собственным бытием. Мантра, которую мы используем здесь, это бич-мантра, семенная мантра, вахи-гуру, мантра экстаза. Мы держим вот такую вот мудру, ладонь в ладонь, правая поверх левой, правая поверх левой. Убедитесь. Большой палец левой закрывает правую ладонь. Большой палец левой руки закрывает правую ладонь. Большой палец правой руки скрещивается с левым. Пальцы крест-накрест. Закрыли, закрыли. Как пельмешки слепили. Раз-раз, раз-раз. Все. И держим это перед собой в расслабленной манере. Нет какой-то четкой позиции, просто перед собой в расслабленной манере. Окей? И мы поем мантру Вахи-гуру. Я включу запись. Ориентируйтесь на тот ритм, который будет в записи. Вахи-гуру. Медленно. Потом Вахи-гуру. Медленно. Вы услышите. Подстройтесь. Что нужно делать? Ничего. Просто быть, наслаждаться, растворяться, получать. Вы поняли. Глаза закрыты, либо чуть-чуть приоткрыты. Специальной концентрации нет. Мы просто пребываем. Пребываем в пространстве ощущений. Пребываем в том, что есть. Окей? Сделайте мудру, выпрямите спину и приготовьтесь погрузиться и отдаться этому процессу, но и участвовать в нем, насколько это возможно. Мы поем вслух. Подстройтесь под ритм мантры.
Whoa.
делаете глубокий вдох, 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 вдох и сразу выдох. Глубокий вдох и задержка на вдох. Станьте пустым сосудом и мысленно наполнитесь пространством, ощущениями, светом. Сделайте спокойный выдох. Снова глубокий вдох, задержка. И снова наполняйтесь. Наполняйтесь силой, энергией, ресурсами, здоровьем, чем угодно. Сделайте спокойный выдох. И еще раз глубокий вдох, задержка. И наполняйтесь. Выберите, чем вы хотите наполниться. И наполнитесь. И выдох. Спокойно дышим. Расслабьте руки. И ложимся в шавасану. Лягте на спину. Разрешите телу расслабиться. Закройте глаза. Сделайте пару глубоких вдохов, выдохов, расслабляясь через дыхание. Сбрасывая напряжение, оцените свое состояние от макушки до кончиков пальцев ног и рук. Как себя ощущает тело, пройдя через определенный телесный процесс, энергетический процесс, чувственный процесс. И позвольте телу сейчас тоже в этом расслабиться, отпустить, не преследовать никакой цели, просто быть. Успокаивается тело, успокаивается дыхание. Мы открываемся всей полноте настоящего момента. Мы открываемся всему, чем наполнен этот момент. Нашему телу, нашему дыханию, сегодняшнему дню. Солнцу, звуком, который мы слышим. Все это формирует общую картину настоящего момента. И она постоянно меняется, как калейдоскоп. Поворачиваешь, и уже по-другому. Поворачиваешь, и уже по-другому складываются стеклышки в калейдоскопе. И уже другая картинка. И мы можем видеть эти тонкие изменения, когда мы осознаны, когда мы присутствуем, но при этом максимально спокойны. Когда мы смотрим на свои ощущения, мы видим, как они меняются. Когда мы смотрим на свои мысли, мы видим, как они меняются.
Когда мы смотрим на свое тело, мы видим, как оно меняется. Любые изменения возможны, когда есть наблюдатель. Когда наблюдателя нет, многие изменения даже не происходят. Пока физическое тело расслабляется, позвольте своему ментальному телу раскрыться во всем его многообразии. Мы обратимся к нашему образному мышлению, воображению или даже фантазии, что не так уж плохо. Мы попробуем представить, вообразить или даже сфантазировать, что находимся на вершине горы. И смотрим вниз на город. И когда мы высоко, нам открывается более широкая перспектива видения. Осознайте, что то, что вы видите в своем внутреннем образе, в действительности находится внутри вас. Это огромное пространство внутри вас. Это гора внутри вас. Этот город, на который мы смотрим с вершины горы, внутри вас. Представьте, что вы поднимаетесь в воздух все выше и выше, не торопясь. Представьте, как меняется восприятие, когда вы поднимаетесь выше. Поднимаясь выше, вы начинаете видеть еще больше. Сначала город, потом страну. Поднимаясь еще выше, увидите всю землю. Четко осознавая, что целая планета находится внутри вашего сознания. Расширяясь еще больше, чтобы увидеть Солнечную систему внутри себя. Стать настолько большими, что Солнечная система окажется внутри. Эти планеты вращаются в нас, Солнце вращается в нас. Пробуйте расшириться еще больше и стать целой Вселенной, но оставаясь при этом в теле. Вберите в себя, вместите в себя все галактики, все звездные системы, все пространство и время. Почувствуйте огромный поток энергии, проходящий сквозь ваше тело. Расширьте ваше маленькое «я» до большого «я». Окажитесь вне времени и вне пространства, охватывая всю Вселенную внутри себя. Внутри своей головы. И в этих просторах увидьте, представьте, вообразите свет чистоты. Сверкающий, мягкий свет, льющийся внутри нас. Представьте, что этот сверкающий, мягкий, прекрасный, чистый свет и есть центр вашей головы, источник всего сущего, источник. В центре головы, там, где находится эпифиз, шишковидная железа,
самая драгоценная жемчужина, которую Бог поместил в это место. Представьте, что этот свет поглощает все, к чему прикасается. Теплый, чистый, тонкий, сияющий, лучезарный, исцеляющий, всепоглощающий свет источника, источника творения. Станьте чистым светом. Осознайте, что вы — это вы, и вы — это свет, который играет в человека. А теперь осознайте свет, проникающий сквозь веки. И осознайте, что источник этого света тот же самый. И что все тысячи, миллионы, миллиарды солнц, светящих в ночном небе, обладают одним и тем же источником. Даже когда они раскиданы на миллиарды и миллиарды световых лет друг от друга, они исходят, истекают, источаются из одного общего источника. И все мы связаны незримой нитью. И природа нашего света одна. Верните свое сознание в тело, в тем границам и формам, в которых вы пребываете в виде человека. Вспомните, как зовут этого человека. Вспомните, кто вы, где вы. С чем вы себя ассоциируете, с каким именем, с какой жизнью, с каким состоянием. Подвигайтесь, потянитесь, подышите осознанно. Поскручивайтесь, помассируйте лицо, глаза. Можно мягко прикрыть глаза ладошками, создать темноту и открыть глаза в ладони. И постепенно убирать руки, чтобы глаза привыкли к свету. И потихоньку, без резких движений, садимся. Выпрямляем позвоночник, растираем ладони. Чтобы немножко заземлиться. Хорошо. Давайте поблагодарим себя за этот день, за этот свет, за этот опыт, за это тело, за это дыхание. За эту группу, за эту энергию, за эти возможности. И закроем пространство. Глубокий вдох. Сат нам.
Нам сад нам. Ой, игрушки, фото. Доброе утро, друзья. Благодарю, что присоединились. На этой неделе у нас остался еще урок. Будет йога-нидра в воскресенье. Присоединяйтесь. Мы в качестве техники визуализации внутри йога-нидры встроим медитацию, которая называется «Интеграция души». Поработаем над тем, чтобы сбалансировать, интегрировать то, что мы называем шестью низшими телами. Наше физическое тело, эмоциональное тело, ментальное тело, астральное тело, эфирное тело, каузальное тело. Вот эти структуры, мы проговорим, что это такое, и поделаем медитации с визуализациями, чтобы сбалансировать эти структуры внутри нас, прийти к состоянию более гармоничному, сбалансированному. Присоединяйтесь. Поделитесь опытом, если не торопитесь, я еще пару минут онлайн. Как ваше самочувствие? Как сегодня попрактиковали? Задайте вопросы, если они у вас есть. Да, доброе утро, Елена. Не видел сообщения. Самочувствие прекрасное, состояние благостного умиротворения. А я благодарю вас. Спасибо, что поделились. Было супер. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо глубоко. Спасибо, Светлана. Так, состояние новое, медитация мощная, чувствуется новое и новое, сложное. Подбирать слова. Это не обязательно. Иногда лучше не подбирать. Потому что как только что-то выразить словесно, мы, по сути, облекаем это в форму и задаем границы. И как только границы появились, это уже не станет чем-то другим. С одной стороны. С другой стороны, мы можем обозначить это как некий этап в практике и осознать его, если мы обозначаем словами. Но специально заставлять себя не надо.
Если это за пределами слов, за пределами даже понимания смысла, просто что-то такое тонкое, воздушное, приятное, пусть будет так, без всяких названий. Да, благодарю. Спасибо. Что ж, тем не менее, мы подкрадываемся потихоньку к 21-й стадии медитации. Уже скоро. То, что называется пульсом бесконечности. Что ж, спасибо за практику, что присоединились. До встречи на следующей неделе и на этой, если вы присоединитесь к йога-нидре. Спасибо за практику, спасибо за поддержку, за вашу энергию. Делитесь опытом, делитесь знаниями, помогайте, поддерживайте. В первую очередь себя. Всем сатнам.